муниципальное унитарное предприятие «Орсгортранс» сделало своим пассажирам новогодний подарок. Вот такой вот трамвайчик будет радовать арчан на протяжении всех новогодних праздников. Мы решили наших пассажиров поставить с Новым годом. Для этого пришлось специально такой красить вагон поближе к Новому году, чтобы он соответствовал. Украсили водителям, кондукторам, чтобы пассажиры, когда ехали в этом вагоне, чувствовали себя как на празднике на Новом году, чтобы у них поднималось настроение, чтобы все обиды и невзгоды уходили, оставались на тех остановках, с каких они уехали, приближались только положительные эмоции. Мы поздравляем от лица трамвайного управления всех жителей города с праздником, с Новым годом и Рождеством. Желаем им в Новом году всего самого наилучшего, чтобы все их заветные мечты сбывались, чтобы все семейные и личные дела налаживались, чтобы 2013 год принес только самое хорошее все. Приглашаем жителей покататься на трамвайчике, и мы, в свою очередь, подарим вам хорошее настроение и больше улыбок. Всего вам счастливого в Новом году! С 23 по 26 декабря в Нефтекамске проводился конкурс «Снежных фигур. Снежные фантазии 2013». В нем приняли участие предприятия и учреждения города. Организаторы для участников предоставили снежные коробы, наполненные снегом. Сегодня фигуры уже готовы и радуют нефтекамцев. Итоги конкурса также подведены. Второе место в конкурсе «Снежные фантазии» досталось мастерам школы номер 7, третье – работникам профессионального лицея номер 59. Стоит сказать, что фигуры оценивались по следующим критериям – оригинальность замысла, красочность, эстетичность и качество. Взгляните на фигуру победителей, она соответствует всем вышеназванным критериям. Салават Хайруллин, Рамиль Мустафин, телеканал ЮТВ. Гоголь 1. На первый взгляд – небольшое деревянное здание. На самом деле его история связана с именем Федора Ивановича Шаляпина. До недавних пор здесь хотели сделать его музей. Сегодня над ним нависла угроза сноса. Общественность города Уфы. Мы очень обеспокоены тем, что вот сейчас, когда будут готовить к 2015 году застройку южного склона, то есть изменение его внешнего вида, как бы не попал под бульдозер и неприметный, маленький, никому, может быть, малоизвестный домик на Гоголя номер 1, где жил в свое время Федор Иванович Шаляпин. Огромное счастье, что когда-то он в 17 лет к нам сюда попал. Не в какой-то другой город, а именно в Уфу. И этим фактом надо очень дорожить. И этот факт всячески надо использовать. С Уфой он связан своей молодостью. То есть, когда он только-только начинал свою карьеру певческую, то первые свои шаги он совершил именно у нас в Уфе. Шаляпин принадлежит всему миру. Вот уже больше 20 лет мы обращаемся к руководству нашей республики и рассказываем о том, что этот дом просто дело чести нашей республики сохранить. Не каждый город может таким похвастаться. Если это и есть, ни в коем случае нельзя это уничтожать. Потомки нам этого не простят. И в то же время вот то там, то сям слышишь, что нам нечего показать гостям. Так и не будет ничего показывать, если так будем относиться к своему прошлому. Прежде всего, туризм развивается там, где есть вот места, связанные с исторически очень известными личностями, всемирно известными личностями. Вот сейчас потерять этот дом, причем дом один из немногих в России уже оставшийся, потому что по глупости, по каким-то еще причинам потеряно огромное количество шаляпинских домов, где можно было бы сделать музей. В стране их буквально единицы, ну я не знаю, 5-6. Материал для музея собран уже давно, еще покойной Галиной Александровной Бельской. Вот как раз именно к саммиту государств, к ШОСу нужно не просто облагородить этот южный склон, а сделать его исторически привлекательным, туристически привлекательным. Хочу зачитать, допустим, вот такое небольшое письмо, которое написали дети. Господин президент, пожалуйста, пусть не сносят в Уфе старинные дома, где жили великие люди. А если их снесут, мы ведь будем хуже учиться в школе, меньше узнаем, не поступим в хороший институт.
не сможем даже хорошо воспитывать детей, которых потом родим. Одно из писем, например, инициированное именно Шаляпинским центром, который я возглавляю, оно подписано теми людьми, которые сейчас составляют цвет нашей культуры. Я надеюсь, что их голос будет услышан. Другие письма, вероятно, будут приходить из региональных отделений, потому что, причем не только российских, но и других зарубежных стран. На сегодняшний день я знаю, что прислал письмо Бронислав Ятич из Сербии. Он председатель Шаляпинского центра Сербии. 13 февраля 2013 года в Уфе пройдут международные мероприятия, посвященные 140-летию Федора Ивановича Шаляпина. Надеемся, что эта круглая дата повлияет на судьбу этого важного исторического и культурного места в Уфе. Юлия Абдуллина, Станислав Птица, телеканал ЮТВ. Нефтекамская хоккейная команда «Тарос» вернулась с выездных игр. Стоит сказать, что последние 10 игр, которые провела наша команда, оказались победными. Вот на такой мажорной ноте ледяные глыбы завершают этот год. Ну, по таблице просто можно даже посмотреть. Мы уже на третье место вышли. Я думаю, что надо двигаться еще выше, то есть, соответственно, занимать только первое место. Сейчас потренируемся до 29-го, у нас включительно тренировки, потом встретим Новый год, и 4-го мы уже принимаем здесь усилку. Выигрывать план у нас одни, как забраться как можно выше, и чтобы флоу стартовать, чтобы преимущество поля было, чтобы для радок болельщиков здесь больше игр провести. Разговор о том, что клуб должен появиться, шел сразу же после чемпионского сезона, еще перед началом сезона руководство клуба дало задание проработать этот вопрос, потому что, в общем-то, удовольствие, скажем так, не из дешевых, но всем понимали, что современные технологии, конечно же, должны присутствовать. Естественно, наши технические службы проработали этот вопрос очень детально, и после этого обратились в благотворительный фонд «Урал», которые, в общем, достаточно короткие сроки решили вопрос финансирования. Но остальное уже было дело техники. Сегодня мы видим то, что видим. То есть куб висит в Ледовом дворце. И 4 января на первом домашнем матче, я думаю, все зрители смогут по-настоящему насладиться не только хоккеем, но и всей той информацией, которая будет сопровождать это хоккейное действие. Хочу поздравить зрителей телеканала ЮТВ с наступающим Новым годом, с годом змеи. Хочу пожелать от себя и от команды, чтобы в наступившем году ваши все планы и начинания сбывались. Огромного здоровья вашим близким, вашим родным, вашим детям. Необычные ребята собрались во дворце Стерлитамакского района. Весь год они учились, получали новые знания и стремились быть лучшими. И вот сегодня их пригласили на елку для одаренных детей. Все-таки здесь самые лучшие с нашего района собрались, и поэтому это очень важно для меня. Когда же типа одаренных детей пригласили, это как вот, ну, которые в Олимпиаду участвовали. Ну вот. Мы участвовали, нас пригласили. Сегодня у нас первый раз в районе проходит елка, новогодняя елка для наших одаренных детей. Те, кто не смог поехать на президентскую елку в Уфу, те, кто не смог участвовать в кремлевской елке в Москве. Вот для этих детей мы и проводим нашу новогоднюю елку. Собрались победители Олимпиад, замечательные спортсмены со всех школ нашего района. У меня первое место по английскому олимпиаде, также по русскому. И я заняла второе место по праву. Именно поэтому я сейчас здесь. Чем лежать на диване, лучше пойду где-нибудь потанцую, где-нибудь или в кружок пойду, или учиться буду. Ценно знать, что в большинстве случаев одаренными не рождаются, а становятся. И стать может каждый. Анастасия Курбатова, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ. На базе историко-краеведческого музея существует 6 национальных центров – башкирский, татарский, украинский, славянский, удмуртский и марийский, каждый из которых в преддверии Нового года организовывает для своих участников новогоднее представление. Замечательный праздник. Дивіться, як діти раді, і всі грають, і співають. І, ну, як тут скажеш, що скажеш? Дуже, дуже цікавий праздник. Настояще свято. Настоящий свято.
Я поздравляю усіх жителів міста Нефтекамськ з наступаючим новим роком. Бажаю вам здоров'я, здоров'я, здоров'я і всяких успіхів. Хай буде цей рік, 13-й, щасливим. Кажуть, що 13-те число нещасливе, а я бажаю, щоб він для всіх був щасливий. В последние годы в Башкортостане увеличивается количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Все больше возбуждают и уголовных дел, где жертвами стали дети. Например, в этом году возбуждено 487 уголовных дел, и это почти в 4 раза больше, чем в прошлом. Если в 2010 году по делам расследованных сотрудниками Следственного управления по Республике Башкортостан потерпевшим было признано 105 несовершеннолетних, в 2011 году 139, то за 11 месяцев текущего года потерпевшими по тем делам, которые следуют наши следы, признаны уже 300 детей. Из них 138 несовершеннолетних не достигли возраста 14 лет, то есть являются малолетними. В результате преступных посягательств в этом году погибло уже 24 ребенка, а от преступлений, связанных с сексуальным насилием, пострадали более 120 детей. Такие преступления тяжело раскрыть, ведь чаще всего их совершают люди, которые должны защищать детей – родители и родственники. Алексей Касьянов приводит примеры. Преступление, которое было совершено в мае текущего года в Белоресте, когда отчим изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю падчерицу, можно повести уголовное дело в отношении некого гражданина Демидова, который у нас в настоящее время расследуется об обосновании города Уфы. В течение 9 лет насиловал свою приемную дочь и ее подругу по школе. Девочка неоднократно убегала из дома, ее находили, возвращали в семью. Но никто за эти 9 лет не удосужился выяснить, почему же ребенок убегает. Алексей Касьянов отметил, что больше всего преступлений совершают в отношении детей в возрасте от 14 до 18 лет. Для таких ребят Следственным комитетом организована горячая линия «Ребенок в опасности». Номер телефона 273-99-88. Алина Таюпова, телеканал ЮТВ. Новый год – это добрый семейный праздник, но иногда его омрачают ужасные события. Почему это происходит и как с этим бороться, мы постараемся разобраться сегодня. Наверное, из-за того, что алкоголь лишний употребляют. Все пьют, не могут остановиться, наркомания и все такое. Ну, скорее всего, из-за того, что употребляют чрезмерное употребление, наверное, алкоголя и всех напитков, которые имеются. Смертность, может, из-за гололеда. Снег идет, может, даже из-за того, что все думают, что будет конец света. Много бьют, наверное. По статистике, новогодние праздники – очень опасный период. Большое количество звонков приходится на скорую помощь по поводу болит живот. Причины в этом – чрезмерное употребление пищи, неограниченное злоупотребление алкоголем. В основном это диагностируется такие хронические заболевания, как панкреатит, холецистит, гастрит. Чтобы уберечь свое здоровье, в новогодние праздники рекомендую не злоупотреблять алкоголем и употреблять только пищу в размеренном количестве. Чтобы избежать смертности случайной в новогодние праздники, ну, я рекомендую, если вы принимаете алкоголь, значит, сидеть дома больно, не выходить на улицу. Несмотря на то, что неутешительная статистика повторяется из года в год, мы надеемся, что данная информация заставит вас задуматься и не совершать ошибки в предновогодние праздники. Эльвира Сереброва, Олег Николаев, телеканал ЮТВ. Наименование распространяемого средства массовой информации YouTube.